Георгий Львович, Юрий Константинович, вас приветствуем нашим пениарами Московского государственного университета. Георгий Львович, известный Мурат, Георгий Львович Мурат, известный политик, дипломат, сегодня представляет Республику Крым как вице-премьер Республики Крым при президенте Российской Федерации. Я вам представляю Юрия Константиновича Гембеля, руководитель комиссии, парламентской комиссии Крыма по межнациональным отношениям, правильно? И международным. И международным. Друзья армянского народа, друзья Армении и очень заслуженные люди. Спасибо, что вы приехали к нам. Уважаемые друзья, дорогие, бесценные наши уже многолетние близкие партнеры, дорогие ребята, дорогая молодежь Армении, мы принесли вам самые сердечные, добрые пожелания всего народа Крыма, поэтому не случайно представляем здесь и исполнительную, и законодательную власть Крыма, привезли те чувства, которые связывают наши народы издревле. Вы, наверное, слышали, я обращаюсь к молодым нашим коллегам, будем так называть, о том, что в Крыму существовала Черноморская Армения. Это очень важная территория, которая связывает наши народы. Мы, когда приезжаем в Армению, всегда говорим о том, что армяне и крымчане – это две составляющие, два ядра одной цивилизации, восточно-христианской цивилизации. Для России, для большого государства – Крым сыграл выдающуюся роль, потому что именно в Крыму, в Корсуне или в Херсонесе древнем, крестился князь Владимир, который понес христианскую, восточно-христианскую религию. В то время еще не было разделения между католицизмом и православием. Древневосточные церкви, правда, уже существовали отдельно. Понес христианство на Руси. И постепенно все огромное пространство стало, безусловно, христианским. Армения – это основополагающее государство, первое христианское государство, которое, как вы знаете, возникло в начале IV века. Вчера мы посещали великую сокровищницу Ичмиадзин, духовную сокровищницу. Поклонились католикосу Горигину II. Это все подчеркивает нашу общность, которая выросла в огромную, могучую цивилизацию, которую иногда называют поствизантийской, иногда называют евразийской, все больше в последнее время, что сегодняшним реалиям отвечает больше. Вот я вижу, ребята сидят и так не очень понимают, о чем идет речь. Цивилизация, некая абстракция. Нет, друзья мои, цивилизация – это ваша семья. Вот представьте себе свой дом и свою семью. Папа, мама, дети, старшие, дедушки, бабушки. Вот так примерно выглядит и цивилизация. Это народы, связанные братскими семейными узами, единой культурой, единой историей, чаще всего единой верой и миропониманием. Сегодня мир развивается очень конфликтно. Вы сами, как армяне, ощущаете это, и особенно ощутили в конце прошлого года. Мы с вами вместе переживали
за все трагические аспекты того, что происходило. Безусловно, если мы сохраняем свою семью, нас много и мы сильные. Если кто-то семью покидает, и мы вводим в научный оборот, вот имейте в виду, такой термин, как страны нетрадиционной цивилизационной ориентации. Это очень точный термин, не шуточный, а научный. Когда ты ушел из семьи и оказался на пространстве, где неизвестно, с кем и как ты будешь жить, то, в общем, складывается ситуация, когда этот народ лишается перспективы, лишается выживания и, скорее всего, обречен на вымирание. Как было в истории, многократно. Те народы, которые проживали, в том числе и на наших известных пространствах, и Кавказа, и Предкавказья, Севера, Причерноморья, Прикаспия, очень многие исчезли с карты вообще исторической, географической. Половцы, печенеги, гуны и так далее, вот нету их. А те, кто создал единую семью, те сохранились. Чем характерна наша цивилизация? Это опять научные аспекты. Она не является цивилизацией завоевателей и распространения и насаждения своей религии, своей культуры, как это делала западная цивилизация. Наша цивилизация, называемая восточно-христианской, называется инклюзивной. Она соединяла, объединяла народы и имеет уникальный характер. Вот представьте себе, только в этой цивилизации, в нашей цивилизации, все народы сохранили свои языки, культуру, свою систему, историю, мировоззрение, традиции, взгляды. А в других частях мира либо были покорены, либо потеряли свою культуру и историю. И за счет этого объединения маленьких народов вокруг ядра, которым стал, ну, это объективно, большой русский народ, возникла вот эта система, которую я называю, как наседка оберегает своих цыплят, маленьких и беззащитных, так и Россия на протяжении веков оберегала те народы, которые с ней соединились вместе. Сегодня этот вопрос стал крайне актуальным для нашей жизни. Посмотрите, постсоветское пространство. Мы понимаем, что вы не жили в советском пространстве, но многие из присутствующих здесь профессорско-преподавательского состава и гостей университета были в этом советском пространстве, в советском государстве. И вот когда это государство разъединилось на множество стран, то возникли огромное количество конфликтов и так называемых непризнанных государств и территорий. Все это произошло по одной причине, что разделение нашего объединенного союзного государства, а союз – это невозможно ни конфедерацией, ни федерацией назвать, это больше, это глубже, это союз народов, где каждый народ достаточно самостоятелен, то на этом пространстве возникли множественные конфликты, и Армения тоже столкнулась с этим же, когда возникла проблема в конце 80-х годов, проблема Карабаха. И тут мы приходим к очень важной теме, которая является, наверное, основой нашего обсуждения. Она и звучит как право нации на самоопределение в современной международной практике, возможности и вызовы. Так вот, какое же соотношение? Право нации на самоопределение, которое закреплено в основополагающих документах Организации Объединенных Наций,
в уставе, он в декларации по правам человека и многих других и международных, и европейских документах. И соотношение другого принципа – уважение территориальной целостности государства. Вот представьте себе, что это соотношение в международной практике, в международном праве не установлено. Паритетность и приоритетность применения одного принципа и другого. И на этой почве и создаются все конфликты. Мы проводили множество конференций, которые пытались в научной среде, в политической среде определить, какой же принцип, когда надо применять. И эти все конференции пришли однозначно к выводу, что если права человека, описанные во всех международных документах, это базисные права на язык, на культуру, на средства массовой информации, вообще на информацию в целом, на сохранение своих традиций, веры и так далее. Если эти базисные права нарушаются массово и жестоко, то этот народ, который подвергается таким репрессиям, имеет полное право на использование принципа самоопределения народа. С этим мы сталкивались в Карабахе, с этим мы сталкивались в Приднестровье, в Донецке, Луганске и у нас в Крыму в 2014 году. Крымская история вообще особая. Крым, когда распадался, ну я не люблю это слово «распадался», расходился, так сказать, по своим квартирам Советский Союз, в соответствии с принятой в 90-м году, 1990-м, новой Конституцией Советского Союза, имел право, как автономное образование, определиться, куда он идет, в Россию, на Украину. И в 91-м году в Крыму состоялся референдум, который сказал: народ Крыма хочет быть с Россией, где он был многие века, но временно, исторический период небольшой, оказался включенным чисто административным способом в Украину. Однако тогда волеизъявление народа Крыма было проигнорировано. И Крым остался после долгих, очень тяжелых процессов политических вокруг Крыма, между Россией и Украиной, на самой Украине, остался в составе Украины, хотя он этого, безусловно, и не желал. Это было видно из того, что Конституция Крыма, принятая в 91-м году, неоднократно изменялась, Украина насильственно изменялась. Этнический состав Крыма, я надеюсь, вам известен, это 65% русских, 15% русскоязычных украинцев, которые тоже русскокультурные и тяготеющие к российскому пространству, к жизни вместе, 13% крымские татары и несколько крупных общин, и в их числе и армянская, и масса маленьких общин, порядка 170 народов у нас в Крыму проживают. Поэтому абсолютно ясно было желание крымчан жить вместе с Россией. Но пока соблюдались более-менее права населения, вот эти массовые права, о которых я говорю, не нарушались, крымчане жили с Украиной. Но все время хотели быть с Россией. А когда произошел националистический переворот в Киеве, и сказали: Крым надо освободить от русских, Крым либо украинский, либо безлюдный, то, конечно, народ Крыма воспользовался своим законным правом. Я почему говорю законным? Потому что прошу вас всех открыть 138-ю статью украинской конституции и пункт 2 прочитать, где сказано, что Автономная Республика Крым, она так называлась в то время, имеет право на организацию и проведение собственных референдумов. И не ограничено право
на проведение референдумов какими-то вопросами. Поэтому крымчане в соответствии с конституцией своей крымской и украинской, вот этой статьей 138, в специальном разделе «Автономная республика Крым» провели этот референдум, и 97 почти процентов высказалось за то, чтобы выйти из состава Украины, объявить независимость, и дальше, опять же, народ должен определить, где будет Крым. И народ на референдуме определил, что с учетом угрозы войны, этнической чистки, Крым будет просить Российскую Федерацию принять его в свой состав. 10 дней примерно Республика Крым была независимым государством, признанным Российской Федерацией, попросилась в состав на основе референдума Российской Федерации, была принята Республика Крым и город Севастополь. Вот так развивалась реальная ситуация. Есть правовики здесь, студенты, кто правом занимается? Нет? Факультет правовой? Нету никого. А политологи, журналисты есть? Есть, да? Ну, замечательно. Я почему спрашиваю? Потому что очень много споров вокруг самой украинской конституции. Вот ваши старшие товарищи хорошо это знают. Есть в украинской конституции статья 52, в которой говорится о том, что если референдум касается выхода какой-то области из состава Украины, то надо проводить референдум на территории всей Украины. На что Запад нам и говорит: а вы вот должны были провести референдум на территории всей Украины. Ну, это примерно как на территории всего Азербайджана провести референдум о выходе Карабаха. Понятное дело, к чему это приведет. Но в данном случае, в случае Крыма, это незаконное требование. Почему? Потому что в украинской конституции сказано, что Украина является унитарным государством. А раздел «Автономная республика Крым» был включен туда, инкорпорирован, как отдельный раздел, не касающийся унитарного государства. Потому что это автономная республика. Она не может быть в унитарном государстве. Поэтому раздел «Автономная республика Крым», мы об этом западным правовикам доказываем, должен рассматриваться отдельно, вне состава вот той конституции, которая была до того, как туда инкорпорировали раздел по Крыму. А раздел инкорпорировали для того, чтобы хоть как-то сохранить Крым в состав Украины. Очень простая история. Поэтому, когда крымчане проводили свой референдум, они имели на это полное право. Чего наши так называемые партнеры, а сегодня они нас называют открыто противниками, признавать не хотят из политических соображений и никогда не признают. Никогда не признают, потому что не хотят, чтобы наша семья цивилизационная существовала. Ее надо разорить на части. От нее надо оторвать куски. Одни части настроить против других. Известный вам британский принцип, разделяя властву, натравливание одних на других. Это была и Индия с Пакистаном, это было многие колонии британские в Африке. До сих пор независимые государства воюют друг с другом. Поэтому, конечно же, мы должны исходить из своего системного цивилизационного интереса, быть вместе. Может ли Армения существовать вне этой семьи, в рамках некой другой цивилизации? Ну, поговорите с теми же болгарами, например. Народ страдает, говорят, не наше это все. Ни культура не наша, ни отношение к нам в западной католической и протестантской цивилизации, как ни к своим. Но если брать, идти дальше, то республики, которые входили в состав Советского Союза,
Они не как отдельные государства рассматриваются, они рассматриваются как инструмент враждебной политики против России, с помощью которых, окружив Россию, нужно будет Россию разорять. Были случаи в истории, когда исчезали целые цивилизации. Да, были. Такие случаи были. Исчезла Византийская империя. 300 лет, 400 лет войн, потери государственности, в том числе и Армения, которая в составе Византии была очень мощным образованием, лишилась своей государственности уже в Османской империи, оказалась, вот вам пример, не в своей цивилизации. Ну и что в итоге, к чему пришло, к геноциду армянского народа? Вот так быть в чужой цивилизации. Это обязательно раньше или позже. Вас заподозрят в том, что вы не родные, и вас постараются уничтожить. И так будет при любом раскладе, если мы будем разрушать и разлучать свою семью. Это испытывает сегодня и Украина на себе. Это испытала в полной мере и Грузия, которая по существу сегодня развалилась на три государства, еще процессы не закончены. Как и на Украине процессы не закончены. Потому что, я подчеркиваю, страны нетрадиционной цивилизационной ориентации выживать не могут. Это я привожу все эти примеры в качестве доказательства своего тезиса. Как, собственно говоря, и люди нетрадиционной цивилизационной ориентации обречены на вымирание. Они умрут, и после них ничего не останется. Так вот, сегодня разрушение цивилизации – это крайне опасный подход, крайне опасная тенденция, потому что сегодня технологический уровень столь высок, особенно в нашей цивилизации, которую мы называем, которая сложилась вокруг России русским миром, технологический уровень таков, что есть чем ответить. Это самые современные военные технологии. И, как президент наш недавно сказал, попробуйте, мало не покажется. Значит, можно ли ставить под угрозу цивилизационное существование современного мира? Я считаю, что в нынешних условиях технологических это недопустимо, потому что это катастрофично. Мы умрем все вместе. Чего, конечно, никто не желает. Если соблюдение принципа уважения территориальной целостности и в каких случаях? Возвращаюсь к главному вопросу нашей дискуссии. Да, есть. Это когда полностью соблюдаются все базисные, основополагающие права национальных меньшинств, права человека. Я их уже перечислил. Тогда эта система живет в мире и согласии. На это мы уповаем и рассчитываем, что наша цивилизация так будет жить и дальше. Попытка ослабить связи со своей цивилизационной семьей всегда приведет к ослаблению самого государства. Это мы наблюдаем не только там Украина и Грузия. Как только стали происходить события в Белоруссии, несколько там заколебалась, закачалась власть, проявились оппозиционные силы, которые сказали, а мы хотим вот многовекторность, мы будем с другими дружить. Все, белорусское государство зашаталось. Я думаю, что это в полной мере касается и Армении, и всех остальных участников нашей семьи. Есть ли в Армении силы, которые выступают за сохранение нашей цивилизации, нашей цивилизационной семьи? Безусловно, они есть. И вот только они способны спасти Армению на века вперед. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, два слова скажу. Я хотел бы, чтобы это не монолог у нас был. Вот Юрий Константинович сейчас выступит, а у нас завязался разговор. Наши уважаемые профессора, политики, которые присутствуют здесь,
скажут свое слово. И, ребята, задавайте вопросы, если вас это интересует. А если вас это не интересует, ничего хорошего не ждет нас всех вместе. Если молодежь не интересует будущее своей страны и своей семьи, нас ничего хорошего в будущем не ждет. Поэтому я жду ваших вопросов. Пожалуйста, Юрий Константинович. Дорогие друзья, добрый день. Ну, как вы меня представили, я возглавляю комитет Государственного совета Республики Крым по народу и гуманитарным национальным отношениям. И сегодня у меня Сафарян, профессор, будет выступить. Это вы будете, может, стоять. Я слушал Юрия Львовича, тем не менее, тоже почитал. И хотел бы дополнить то, что сказал Юрий Львович. Словами, не знаю, кто написал. Растут среди былых родней противоречий над Богом. А нам сонные родни стоять поближе над Богом. Михаил Дудин. Михаил Дудин, да, спасибо. Вот понимаете, это тоже как раз выступление Георгия Ивановича, это очень уместно. Мне бы хотелось сказать, дополнить Георгия Ивановича в части возвращения Крыма. Только отлично, я хорошо. Ну, я участник этих событий, всех событий, начиная с 2014 года. И хочу сказать, я был членом комиссии Верховного Совета по проведению референдума. У нас было всего 11 человек. Ситуация была действительно сложная, было серьезное противостояние. Мало того, мне удалось видеть первый вариант и второй вариант. И было понятно, что, на мой взгляд, мы стояли на грани гражданской войны. Сам референдум проходил достаточно организованно. И вы знаете, я участвовал когда-то в выборах еще разного уровня в Советском Союзе, когда была активность, коллеги помнят, активность граждан, но вот такой активности, как на референдуме 2014 года, я не видел никогда. Ну и как член комиссии, конечно, выезжая на избирательные участки, которые были еще закрыты, но уже стояли в очереди еще 2-300. Те люди, которые никогда не видели на выборы в украинский период, в том числе колясочники, инвалиды на костылях, все пришли, проголосовали, дали свой голос. И подавляющие большинство дали свои голоса для воплощения Крыма в состав Российской Федерации. Я участвовал на следующих выборах местного уровня, и активность, конечно, была понижена. Почему? Да потому что вот тогда, в 2014 году, перед русским сообществом стояла дилемма. Будем ли мы жить в мире, в согласии, и дадут ли нам реализовывать наши законные права и интересы, в том числе и на русском языке. Я хочу сказать, что в Крыму 185 национальностей. Это самый многонациональный регион Российской Федерации. Кстати, у нас достаточно большая армянская диаспора, она насчитывает около 30 тысяч, активная. И хочу сказать, что практически 100% крымских армян принимают участие в референдуме, да во всех церквях. И они были членами самообороны бойцами и участвовали в том числе и в подготовке референдума. Поэтому те грязные мифы, которые создают политики на Западе, те самоинформации, которые дают ложную информацию о тех событиях, это просто необъявленная, нет, наверное, объявленная война против нас, против крымчан, против дружбы между народами. И возвращаясь к национальному Крыму, хочу сказать, что вот я сюда ехал, летел к вам, встречался с руководителями, с лидерами национального движения армян Крыма. Я был и 24 числа на траурных мероприятиях, приуроченных к дню геноцида армян Османской империи. Они просили передать вам большой пламенный привет. Они любят Армению. Желаю всем мира и добра.
Теперь хотелось бы сказать немножко о том, как строится работа нашего комитета. А скорее всего, наверное, надо вспомнить, что в блоке НАТО есть департамент по народной дипломатии. И основная задача этого блока – это, конечно, создать образ голубя мира из блока НАТО. Против нас работают серьезные противники. Это политологи, социологи, психологи, культурологи. Цель основная – это разрушить то наше мировоззрение, направленное на дружбу, на взаимопонимание между народами. И это им удается. Чисто фонды, сейчас вспомню тоже фонд Сороса, фонд Родинава и многие другие. И в Украине я наблюдал, как это происходило. Я бы назвал это спецоперацией по отношению к Украине, которая им удалась. Как они работали со средствами массовой информации, как выделялись граждане, и что потом, как менялось мировоззрение граждан самой Украины. То, что Крым всегда был пророссийским, это понятно. Это русскоговорящий он всегда был. Культурно, ментально, исторически связан с Россией, безусловно. И, конечно, на мой взгляд, если бы тогда, в 2014 году, наши лидеры, глава нашего парламента Константин Владимирович, ныне глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, не возглавили бы это движение, то, наверное, у нас ничего бы не получилось. Но самое главное, что Россия потребовала нам другую помощь. Потому что ситуация была огромная. Вы помните, в Украине выходили Майдан, антимайдан. Вот наши коллеги, друзья, крымчане ездили, участвовали в антимайдане. Нашу колонну в Черкасской области остановили, автобусы сожгли, было много раненых, убитых. И это была последняя капля для того, чтобы крымчане приняли решение. Георгий Георгиевич дал другую оценку того, что происходило там. Но я хочу сказать, как в то время, как участник этих событий, было противостояние, порядка около 6 тысяч. У каждого была своя правда, наверное. Да? Были раненые пострадавшие, было двое убитых. Но опять же, возвращаясь к тому, что вот многонациональный Крым сохранил дружбу, взаимопонимание между народами. Сегодня законодательная база, постановление правительства, направлены на поддержку национальных культурных объединений Республики Крым, в том числе и финансовой поддержки. Сегодня созданы все условия для того, чтобы все национальные группы реализовывали свои законные права и интересы, занимались возрождением, кто-то возрождением, кто-то популяризацией своей культуры. И самое активное, конечно, это армянское объединение, которое сегодня занимает у нас активное положение в нашей общественно-культурной жизни. Ну, спасибо за внимание. Если будут вопросы, я отвечу. Сейчас переходим к прениям, и слово передается профессору Ереванского государственного университета Сафаряну Александру Миленовичу. Просим вас, профессор. Честно говоря, за четверть века, когда я возглавляю кафедру культурологии Ереванского государственного университета, мне довелось побывать во многих университетах мира, адаптировать, публиковаться, читать лекции более чем 40 университетов Запада, тюркоязычного мира, постсоветского пространства. В том числе я имел честь позапрошлым году изучить и в Крымском федеральном университете при присутствии многоуважаемых гостей и присутствующего здесь профессора Хача Джиляна. И я очень надеюсь, что наши контакты с Крымом будут прагматичными. То, что мы имеем духовную общность, это неоспоримо, неотрубимо, и как бы и не обсуждается, но как бы
капитал, духовный капитал перевести из энергии потенциальной в кинетическую, как перевести в действие реальное сотрудничество наше с разными субъектами Российской Федерации, в том числе и Крым, я думаю, что это должно быть темой обсуждений, в том числе и за время пребывания в наших условиях гостей в Армении. Действительно, должны быть общие проекты. Вот я представил многоуважающим гостям одну из них. Армяно-графичный и чарко-язычный памятник. Я, кстати, сейчас выступаю от имени не от своего имени, а и от имени Луцина Саватя, завалзела института армянистики и доцента нашей кафедры, которая открыла в Ливанском Матендаране уникальный памятник, манускрипт Эрапитхэ, часть которого это есть так называемая грамматика кипчакского языка, да, на армянской графике, то есть да, армяно-графичные, но кипчакоязычные памятники. Чем они интересны? Во-первых, в первую очередь касается Крыма. Я хочу, так как это очень узкий специальный, кажется, вопрос, но это очень тесно связано с Крымом. Выдающиеся исследователи данной тематики Ярослав Дашкевич говорил, что самая важная часть изучения армяно-графичных и чарко-язычных памятников – это именно сравнение языка кипчакского, это язык крепкоса, в том числе и современных крымских татар, с языком других слухоязычных народов, в том числе караимов и крымчаков. Это очень хорошо ясно нашим крымским гостям, это не ясно нашему студенчеству, но я вот так как у нас очень мало времени, я должен доложить вам суть программы. А также, а так как это связано с караимами и крымчаками, это интересует Израиль, в том числе и Иерусалимский еврейский университет. Вот мы предложили ректорату Московского государственного университета имени Ломоносова, ну, в Москве, наш Ломоносовский институт, и, кстати говоря, мы предложили проректора МГУ на представить предложение общеевразийских проектов. И вот мы это предложили как общеевразийский проект, потому что туда будут включены и наши коллеги из Польши, Институт Востоковедения Варшавского университета, с которыми мы, естественно, работаем, из тюркоязычных стран, из Казахстана и Туркменистана. Буквально позавчера мы из послов Казахстана и с ректорами казахских университетов обсуждали участие казахских вузов в данном проекте. С Туркменистана мы это обсуждали и с послом, и с ректоратом университета имени Махмуд Гулиевтов, национальный университет Туркменистана. Да, а также российских университетов, Московского государственного университета имени Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Казанского федерального университета, Приволжского. Вот я думаю, предложить нашим многоуважаемым гостям из Крыма, чтобы и Крымский федеральный университет, в частности профессор Мемеда, они бы могли быть включены в эту общеевразийскую программу. Это один практический. О чем говорим, кроме сугубо лингвистического? У меня есть 2 минуты? Две минуты есть. Спасибо. О чем говорят армяно-графичные, кипчакоязычные литературные памятники? Это не только важнейший источник по исторической грамматике, исторической фонетике тюркских языков. Это важное свидетельство тех традиций, толерантности, национальной и религиозной толерантности Северной Евразии, о которых говорил многоуважаемый наш гость. Господин Иванов именно говорил об этом, об уникальных традициях
религиозной и национальной толерантности, межнационального и межрелигиозного диалога и плодотворного прагматического сотрудничества. Вот так роль отца, о которых говорил еще Эммануил Кант в Евразийской торговле, во многом обусловлена именно этими традициями. И это многовековые традиции. И действительно, история Северной Евразии изобилует такими примерами этого взаимодействия и взаимовыгоды, прагматической взаимовыгоды, которые еще нужно поискать и очень трудно найти в истории Западной Европы. Западная Европа, веками протираемая войнами, десятилетняя война, столетняя война, мировые войны в 20 веке, сегодня объединилась, получает определенные дивиденды от этого, от общности, от взаимодействия, от синтеза. А мы, имеющие многовековые тысячелетние связи с народами Северной Евразии, в частности, не побоюсь этого слова, да, действительно, великого русского народа, великого русского мира, мы сегодня разъединены. Я нахожусь в Московском университете, я хочу привести очень интересный, не имеющий аналога, пример. Русский язык – главный язык туркологии, кстати. Вот о физике, о химии, биологии этого не скажешь. Естественно, там преобладает язык английский. Но вот даже единственная область науки в мире, где и даже на русском языке научные, научно-популярные, научно-методические преобладают над изданиями на английском, французском, немецком языках, это есть туркология. И сегодня профессор Чемпинского и Оксфордского университета Аубельса, издавая фундаментальный для всех русских народов труд Махмуда Кашгари, диванные люди, диван русских языков, предисловие пишет, я долго думала, на каком языке издать этот труд, и решила издать на русский, потому что русский язык важнейший для туркологии, и он стал языком межнационального общения для интеллигенции и народа тюркоязычных, пишет потомок Виктора Мухтара Ауэзера предисловие к этому изданию. Я хочу полностью прочитать стихотворение, о котором наш высокий гость говорит, из уважения Михаила Александровича Дудина, героя социалистического труда, живому классику еще со времен сталинских времен великой русской поэзии и великого друга армянского народа. Мы набросились, мы тогда еще молодые преподаватели 80-е годы Горбачевской перестройки на него, что русская интеллигенция мало делает для армянского народа, а что они меньше стараются, нежели когда-то Валерий Брюсов, Александр Блок, Максим Горький, другие деятели русской литературы. И вот он написал стихотворение, которое я прочту и закончу свое выступление. То геноцид, то суд горит, то боль землетрясения. Все боль и боль, и все горит в твоей судьбе, Армения. Но достает тебе равно на хлеб и песню рвенье. И я люблю тебя давно за веру в жизнь, Армения. Ведь Россия этих дней по огню живучести живет сейчас ударом дней твоей нелегкой участи. Растут среди земной огни противоречий надолгой, а нам смурны эти дни стоять поближе надолгой. Спасибо. Спасибо.
Спасибо большое, профессор. Очень эмоциональное и одновременно рациональное выступление. Мы действительно предлагаем, чтобы Крымский федеральный университет и наши университеты, в том числе и филиал Московского университета, который сегодня нас так гостеприимно принимает, а также Абинавический, да, центр Ереванского государственного университета, наладили бы связи научные, преподавательские, обмен преподавателями и так далее. Это очень поможет нашему общему делу. И сейчас я хочу попросить нашего многоуважаемого профессора Хачатряна Карина Гамлетовича, большого друга Крыма, который повседневно говорит о дружбе между Арменией и Россией, о праве Крыма жить свободно. Прошу вас сказать ваше слово нашей аудитории. Поприветствуем профессора Хачатряна. Спасибо, Михаил Борисович, за теплые слова. Многоуважаемый визитиум, уважаемые коллеги, друзья, дорогие студенты филиала МГУ. В первую очередь я хочу поприветствовать наших уважаемых крымчан в Армении, в филиале Московского государственного университета в Ереване. Хочу поздравить еще раз всех вас и нас с 7-летней годовщиной воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Как сказал уважаемый профессор Сафарян, я тоже помню те дни, проведенные в Крыму среди крымчан. Такое теплое отношение, честно говоря, встречаешь и везде, и дни, проведенные там. Тем более, когда вот наступил этот период эпидемии, вспоминаются очень горячо. И я тоже вспомнил нашу конференцию в Крымском федеральном университете. Там прозвучало много интересных докладов, были и предложения, и, как в известном мультике говорится, помню, как сейчас, мы договорились почти что с руководством Федерального университета, что сделаем конкретные шаги по направлению открытия армянологической кафедры в Крымском федеральном университете. Прошло всего лишь 2 года, но я думаю, это не такой уж большой срок, и в скором времени это на практике осуществится, потому что я тоже солидарен с моими коллегами, что это будет иметь очень важное значение и для наших ученых, армяноведов, и крымских ученых, российских ученых, и это более сблизит нас, наши народы, хотя вы знаете, что исторический армянский народ с Крымом имеет общие корни, как бы, русским народом, и наше первое приобщение друг к другу, к культуре, как раз именно из Крыма. Вы знаете, что и христианская религия нас объединяет, и как раз и крещение князя Владимира, и свадьба с армянкой также происходила в Крыму, так что здесь у нас очень твердые духовные корни не только с Крымом, но и с русским народом и Россией. Уважаемые друзья, коль речь зашла о праве нации на самоопределение, вы знаете, я историк, не правовед, но с исторической точки зрения могу с некоторыми мыслями поделиться и с моими уважаемыми коллегами, и с моими дорогими студентами. Честно говоря, я и преподаю в филиале МГУ, и с моими студентами
мы над этими вопросами, об этих вопросах говорили, спорили, и некоторые как бы исторические аспекты вот этого принципа нашего самоопределения я бы хотел привести. Как известно, впервые этот принцип был провозглашен еще в Декларации независимости Соединенных Штатов Америки, когда вот это государство вело борьбу за независимость, и как раз в этом историческом документе об этом говорилось. А потом о праве человека, о самоопределении также отмечалось и в декларации, значит, свобод человека и гражданина, принятых в годы Великой Французской революции. И как бы в этом отношении и международное право ориентировалось, и вот становление новых независимых государств в то время осуществлялось на этой основе. К сожалению, прошли годы, и вот эти принципы, отошли, можно сказать, на второй план. К сожалению, в дальнейшем этот принцип использовался со стороны держав в угоду собственных интересов, геополитических интересов и выгод. И это двуликая политика Соединенных Штатов и Запада особенно проявила себя в последние десятилетия, когда велико было стремление США к мировому лидерству и однополярному миру. Игнорируя судьбы многих народов, США и западные партнеры противятся праву на самоопределение и праву самим решать свою судьбу. И это мы видим на примере народов бывшего Советского Союза, Абхазского, Осетинского, народов Приднестровья, самоопределение которых и независимость Запад и США не признают. И в связи с этим должен сказать, что для нас, армян, актуальным остается и признание права на самоопределение независимости армян Нагорного Карабаха, Арцаха, которое было принято на всенародном референдуме по всем принципам международного права и закона. Проявляя двуличие своей политики, США и Запад с позиции силы вопреки международно принятым принципам, тоже очень признают самоопределение независимых способов, где не было, по-моему, и референдума. Тем самым Запад ставит свои геополитические интересы выше ключевого принципа международного права, принципа самоопределения наций. Что касается принципа территориальной целостности, то в вопросе конкретно Арцаха здесь нет никаких противоречий, так как Арцах никогда не был частью независимого азербайджанского государства. Дорогие коллеги, ровно 7 лет назад народ Крыма всенародно проголосовал за самоопределение и воссоединение Российской Федерации. И это исторический факт, с которым должны считаться, уважать право крымчан на самоопределение. И здесь надо также учесть, что в далеком 1954 году, как уже здесь было сказано, по единоличной инициативе руководителя СССР Хрущева без всяких исторических правовых основы Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Так что историческая справедливость восторжествовала. Крым сейчас неотъемлемая часть Российской Федерации, и мы, в свою очередь, надеемся, что придет время, и народ Арцаха и
мы все должны к этому стремиться. Об этом мы, историки, постоянно говорили, и вспоминая закон о воссоединении, принятый еще далеко в 1989 году, мы, по-моему, по мнению моих большинства коллег, должны были не отступать от этого пути и делать так, как сделали крымчане, воссоединившись с исторической родиной Российской Федерации. И думаю, что вот этот опыт мы должны обязательно учесть, даже не в будущем, а сейчас. Уважаемые коллеги, дорогие студенты, мы все за укрепление российских братских союзнических отношений, и мы должны быть честны друг к другу. И проблема Российской Федерации, проблема Армении, это должно быть наша общая проблема, и мы обязаны идти по этому пути, признавая право наших народов на самоопределение, независимость, воссоединение. И думаю, уже настал тот критический период, когда мы должны принять практические шаги. Я надеюсь, что это будет. Спасибо. Спасибо, уважаемый профессор. Действительно, вы отметили то, что Крым смог реализовать свою мечту, воссоединиться с Россией. Мы празднуем сегодня это мероприятие, поэтому мы проводим Дни Крыма в Армении. И давайте аплодисментами поздравим Крым с воссоединением с 7-й годовщины этого исторического события. Спасибо. А сейчас слово предоставляется известному политическому деятелю Армении, руководителю демократической партии, человеку, который возглавлял ЦК Компартии Советской Армении, Араму Гаспаровичу Сарксяну. Поприветствую. демонтировки, так сказать, извиняюсь, демонтаж, что происходил в Советском Союзе.
то на Горном Карабахе прошел как раз тот самый первый референдум 10 декабря 1991 года. И это очень важно, чтобы эти факты были известны нашей молодежи. Это крайне важно, потому что они, кстати, к сожалению, оторваны от этих исторических реалий. Поэтому референдум произошел на законном основании, и право выхода было осуществлено. И здесь главнейший вопрос, что территориальная целостность, так называемая территориальная целостность Азербайджана, не была нарушена, поскольку право выхода было дано законом. И здесь этого противоречия в данном случае по поводу права нации на самоопределение и территориальной целостности отпадает. К сожалению, весь тот переговорный процесс, который прошел в Минской группе ОБСЕ, проходил по политическому регулированию вопроса, не по правовому, а по политическому регулированию. Несколько раз мы даже, я участник нескольких переговоров, официальных переговоров Минской группы ОБСЕ, и мы ставили этот вопрос. Нам говорили, нет, право это, азербайджанцы сразу отказывались вообще обсуждать правовые вопросы. Это последние годы, когда они вдруг уже обнаглели, я вообще не извиняюсь за это выражение, они начали говорить, что международное право на их стороне. На самом деле, международное право на стороне одна. Международное право, в принципе, все те, которые, так сказать, утверждены в ООН, они объясняют право на выход из этого состава. Теперь, что же делать? Вот произошла война. И мы, да, не мы, а вот данное правительство потерпело поражение. Народ не потерпел поражение. Народ армянский будет продолжать свою национально-освободительную борьбу. И благодаря России, это я совершенно определенно хочу сказать, благодаря России мы сохранили ту часть Нагорного Карабаха, которая сейчас сегодня существует под контролем российских миротворческих сил. Это произошло, кстати говоря, только потому, что президент России проявил очередной раз свою политическую волю и сумел очень большой, так сказать, прыжок был совершен, операция, как была когда-то в Прищине, точно так же они, так сказать, пришли на помощь Армянам Нагорного Карабаха. Теперь, как данная ситуация дальше продвигаться? Посмотрите, почему произошло вообще вот такое, то, что произошло сейчас в нашем регионе. И мы получили присутствие, не просто присутствие, а уже давление Турции на так сказать, наш регион. И в целом, посягательство Турции на то, чтобы они, так сказать, имели уже просто-напросто военное присутствие в Южном Кавказе, это говорит о том, что мы должны объединить свои усилия для того, чтобы не допустить экспансии, которую Турция будет продолжать и будет воссоединять турецкий мир. На наших глазах прошли 2-3 конференции, когда Баку было объявлено, причем товарищем или господином, я скажу, политбюро, товарищем Назарбаевым, который предложил создать союз турских государств. Союз турецких государств это означает уже сегодня общее военное оборонное, так сказать, ведомство. Это общие вооруженные силы. И это будущее, так сказать, то, что будет называться геополитическим фактором данной регионы. Поэтому здесь мы имеем в виду с фактом уже столкнулись с тем, что турецкая экспансия будет продолжаться. Это будет продолжаться через наш Нахичеван, через Сюнин, чтобы они, так сказать, это единственный коридор, который для них существует для воссоединения этого самого турецкого мира. И здесь общая беда, общая проблема, и эту общую проблему нам надо решать сообща. И здесь не призыв к тому, чтобы мы противились всему турецкому миру. Это не об этом речь. Речь идет о том, чтобы привести
сбалансировать вообще всю ситуацию здесь, чтобы не было бы дальнейших геополитических эксерсизов, которые вполне вероятно могут быть. Поэтому, исходя из всего этого, я еще раз хочу подчеркнуть. Посмотрите, Турция никогда бы не вмешалась бы в этот процесс, если бы страны НАТО и в первую очередь США запретили бы им эти самые выборы. Вот здесь проявился именно тот подход Запада, который сегодня нам надо учесть и осуждать. Потому что страна НАТО подчинилась бы общим правилам этой организации, если бы ведущая страна Соединенные Штаты Америки это самое запретили. Поэтому мы сегодня имеем необходимость решить эту геополитическую проблему, снова повторяю, совместно. Я очень раз благодарен за организацию этих дней Крыма в Армении и мое почтение Айк Борисович за вот такую организацию. Спасибо. Спасибо. Содержательная речь, очень глубокий анализ, но вы очень важную вещь сказали в своем выступлении, важный факт. Да, мы должны быть благодарны России за то, что в самый тяжелый момент, когда армянский народ сопротивлялся азербайджано-турецкому нашествию, которое было еще и подкреплено 7000 боевиков, исламских боевиков из Ближнего Востока, Сирии, да, из Ливии, из Пакистана. Вот в этот тяжелый момент, когда армянский народ и сопротивлялся вот этому массовому нашествию, и весь мир молчал, вот именно в этот момент Россия, президент России Владимир Владимирович Путин принял решение помочь армянскому народу, вел миротворцев, остановил кровопролитие, сохранил часть Арцаха, к сожалению, часть оказалась под оккупацией, и за это мы должны поблагодарить Россию и Владимира Владимировича Путина. Я предлагаю нашей аудитории стоя поаплодировать этому событию. Спасибо. Слово передается представителю Московского государственного университета филиала, Ереванского филиала, представителю доценту Хачикяну с докладом «Исторический экскурс армянских колоний Крыма Средневековье нового времени». Пожалуйста. Первые контакты армянского Крыма произошли.
по всей видимости, это имело место отношение армян к Крыму, первые контакты и знания о Крыме. По всей видимости, все это произошло еще тогда, в первом веке до нашей эры, когда Крым входил в состав Византийского царства Михаила VI Ефрата, который был тестем армянского царя Тиграна II, и, по всей видимости, в это время какие-то контакты с Крымом у армян были. Во всяком случае, точно уже известно, что армяне знали о Крыме уже в начале нашей эры, в 7 веке, или самый источник 7 века Аштарацы, во всяком случае, упоминает в описании Сарматии, упоминает Беотийское море, то есть, как раз, я сейчас увеличу чуть-чуть, Меотийское море, то есть Азовское море, и упоминает также и полуостров Тавлида, Херсонес, то же, что, как и называли тогда, Крым. Отрывочные сведения о контактах армян с Крымом были сохранены в византийских источниках. Во всяком случае, есть упоминание в 8 веке о князе Вахане. Вахан Филиппик даже сменил свергнуть императора Юстиниана II и на несколько лет управлял Византийской империей. Он как раз был из Крыма. Есть также упоминание в 10 веке о князе Калугири армянского происхождения, которому было поручено установить дипломатический контакт с князем Киевской Руси Святославом против болгар, которые стремились в Византии как раз подавить новоиспеченное болгарское царство. Однако массовые армянские колонии и поселения в Крыму появились, видимо, не ранее конца 11 века и начала 13 века нашей эры. И переселение армянского населения и оседание в Крыму было последним нескольких факторов. Первым фактором было то, что Византийская империя сама способствовала переселению армянского населения, так как к концу середины 11 века завоевала армянское царство Багратуни и продолжая поглощать остальные армянские, более мелкие государственные образования. Византия предлагала их правителям или заставляла, даже можно сказать, уступить свои территории, княжества и царства и вместе со своим населением переселиться в другие места, конкретно в Малой Азии, Киеве, Кипре. Ну, не будем самое исключать, что может быть и Крым тоже. К тому же, в 11 веке начались вторжения тюрок-сельджуков, которые разоряли Армению, в основном городское население, которое стремилось найти, переселиться в более безопасные места жительства для продолжения занятий торговлей и услугами. Ну, одним из таких территорий как раз оказался Крым, который в середине 13 века входил в состав государства Золотой Орды. В это время, в 13 веке, хотя и Крым входил в состав Золотой Орды, но татарского населения постоянного там, по сообщениям источников, еще не было. То есть использовалась территория Крыма больше как степные территории, использовались как зимние пастбища. И постоянного населения там пока еще не было. В это время, пользуясь своими торговыми привилегиями, Генуэзская республика итальянская, которая переживала расцвет в это время и продолжала контакты с восточными странами, получила от правителей Орды право основать торговые фактории на Крымском побережье. Давайте посмотрим примерно. На Крымском побережье. В Крыму как раз. Восточном побережье вместе с греками, аланами, полоками, евреями и другими народами составляли основные
основное население того времени Приморья и Саратова. Давайте посмотрим на карте. Здесь видно примерно вот та часть Крыма, Крымского полуострова, которая была особенно заселена армянами. Здесь город Евпатория, как мы видим, сюда несколько деревень, Нахичеван, Карасу-Базар вот здесь и другие населенные пункты. Во всяком случае, армянские колонии Крыма просуществовали примерно до конца 18 века, когда Крым был отторгнут России от Османской империи и фактически был объявлен независимым. К тому времени армянские колонии Крыма, к сожалению, пришли в упадок. Это было последствием той политики, которую в данный момент проводила Россия, которая, чтобы ослабить крымское ханство, вывела греческое и армянское население из Крыма, дабы экономика Крыма смогла бы, так сказать, пережить упадок, и легче было бы присоединить Крымский полуостров к России. Армянское население было выведено вместе с греками на берег, на северный берег Азовского моря. Греки осели на Азовском прибережье, основав здесь несколько городов, Мелитополь и так далее. А армян поселили подальше, уже в Донской степи, возле крепости Святого Дмитрия, где они образовали новый Нахичеван и несколько деревень. Примерно 13 тысяч армянского населения было выведено. Не все, конечно. Однако после того, как Крым был присоединен к России в 1783 году, армянское население, часть населения вернулась в Крым, и здесь армянские колонии возродились. В 19-20 веках армянское население концентрированно проживало в городах Старый Крым, Евпатория, Симферополь, Керчь, Карасу-Базар, Армян, Феодосия, Ялта и ряде деревень. Богатые армянские купцы принимали участие в ярмарках, организованных в различных городах России, а во время Крымской войны армянское купечество взяло на себя часть поставок военного снабжения в Севастополе. Позже, уже в 1860-е и 70-е годы, сделало существенные вложения в железнодорожное строительство на полуострове. Среди крымских армян сложился слой крупных землевладельцев. Фамилии их достаточно известны в Крыму. Степаняны, Оберовы, Спиряновы, Топаловы, Бельгиевы и другие. Крупными земельными владениями владели также армянские церкви в Крыму. Сулхати, Карасу-Базар, Феодосии и так далее. Крымские армяне имели возможность получить хорошее образование и занимались активной культурной деятельностью. Не случайно, что крымские армяне внесли достаточно большой вклад в развитие армянской и русской культуры. Из их среды вышли такие деятели, как всемирно известный живописец Иван Сайбасовский, основатель армянской филармонии Александр Спидяров и другие знаменитости. Просто покажу вам несколько монастырей. Вот монастырь, армянский монастырь Старый Крымов. Вот Ростов на Дону. А вот армянская церковь, которая находится в Ялте. Если вы будете посещать Ялту, будете эту церковь очень красивую увидеть. Здесь как раз похоронен известный армянский художник Вартис Сулинянс во дворе церкви, который расписывал эту церковь. И лучшую картину, которую вы можете увидеть недалеко отсюда, в церкви армянской, так называемой армянской Матопии. Картина здесь. Большое спасибо, поаплодируем большому нашему городу. А сейчас есть вопросы. Вопросы? Пожалуйста, студенты, подготовьте, задавайте ваши вопросы. Я вижу, ребята соскучали, честно говорю. Так смотрят, уже пришел. Ну давайте мы вот о чем поговорим с вами. Профессор Сафарян поставил очень правильный вопрос, как превратить энергию в кинетическую, да? И что мы будем делать? Вот вы конкретно, ребята молодые, что будете делать
с Крымом. Что вам даст Крым? Могу вам кое-что предложить. У нас Крым стал центром именно молодежных международных мероприятий. Любые формы, начиная от различных экстремальных даже видов спорта, туризма, развлечений, вы сегодня найдете в Крыму. Кто водит машину, садитесь на машину и приезжайте. Теперь мост нас связывает. Вы достаточно быстро можете добраться до Крыма, переехав через Кавказские горы. Или можно сесть в самолет и прилететь в Симферополь или из Краснодара, например, приехать в Крым. Что нам мешает в этом? А ведь на самом деле, вот я так посмотрел, у нас прекрасные есть фестивали и развлечения для серфингистов, кто любит море. Дельтапланы, парапланы. Умеет кто-нибудь на параплане летать или на дельтаплане? Пока нет, а у вас же горы. То есть увлечений таких нет. Ну хорошо, а джазом кто-нибудь интересуется? Ну, вон там кто-то да, интересуется. Хилые да. Голоса слышны, редкие. Но я вам могу сказать, что у нас тоже всемирно известный джаз-фестиваль проводится в Коктебеле. Музыкальные фестивали, тусовки любые. Молодежи крайне интересно, к нам приезжают из многих стран мира. А кто есть вот понимание того, как можно было бы наладить студенческие обмены? Кто хотел бы, например, съездить в Крым по студенческим обменам? Такие есть? Тоже нету, видите? Интерес к Крыму у кого есть? Ни у кого. Нет, почему? Единицы. Ну, я вам хочу сказать так. Если вы не интересуетесь политикой, то политика вами обязательно интересуется. И займется обязательно. Но первый этап, который хорошо очень наши технологи оппозиционные всем нам и вам разрабатывают, это первое, чтобы вы ничем не интересовались. Я думаю, первый этап у них начинает получаться. А чем вы интересуетесь, скажите? Мне было бы интересно, чтобы приспособить ваши интересы к нашим крымским реалиям. Вот, пожалуйста. 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 Подходите, не стесняйтесь. Вы, главное, не стесняйтесь. Мы же поговорить пришли с вами, пообщаться, подумать, как нам действовать дальше. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Анна. Я студентка второго курса факультета журналистики Российского Аэропортского университета. Вы вот задали вопрос, как мы, студенты, молодежи Армении, можем поспособствовать взаимоотношениям между Крымом и непосредственно Арменией. Так вот, у меня, например, есть большое желание провести свою журналистскую деятельность в Крыму. Как вы считаете, как мы, журналисты молодые, пока что еще может быть неопытные, но имеющие большой интерес, можно поспособствовать данному вопросу и как-то скоммуницировать молодежь Армении и Крыма? Спасибо. Спасибо. Это очень правильный вопрос. Он касается не только журналистов, не только вас лично. Вот, наверное, всех ребят, которые пришли и проявили интерес к Крыму, мы можем предложить, конечно, обмены между студентами Крымского федерального университета, других университетов Крыма и армянских университетов по вашим специальностям, в том числе по журналистской специальности. Вы очень многое найдете интересного в Крыму, что сможете описать как журналист. Я вам могу сказать одно, у вас есть некоторое преимущество. Оно связано с тем, что западные страны перестали пускать своих журналистов, объективно мыслящих, нормальных журналистов, посещать Крым. Всячески блокируют.
Поэтому вы можете прорывные репортажи писать с крымской земли. И так, собственно говоря, по вашим многим специальностям. У нас прекрасные университеты. Мы можем даже говорить о том, чтобы часть квоты, которая предоставляется Российской Федерации Армении для обучения в России, предоставлялась для обучения армянских студентов в крымских вузах. Или практику, может быть. Можно проходить практику, можно устраивать совместные конференции, обмены молодежные. Это, уверяю вас, будет интересно. Но нам нужно, чтобы нам общаться, и непосредственно прилетали вы, не на машине ездили и не через Краснодар или Сочи ехали, а прилетали непосредственно в Симферополь, нам нужен прямой авиамаршрут. И это одна из тем, по которым мы приехали пообщаться в Армении. К сожалению, с нами представители транспортных и не только транспортных властей не встретились. То есть у Армении такого интереса, судя по всему, не наблюдается. Хотя у крымских представителей, не только армян, у всего населения Крыма, большой интерес есть к Армении, и наши люди готовы были бы ехать. Поэтому я предлагаю, переводя в практическую плоскость наши разговоры, принять меры к тому, чтобы нам наладить прямую авиационную линию. Это первое. Второе практическое мероприятие, которое я хотел бы предложить, это чтобы Армения рассматривала Крым как южные морские ворота Евразийского экономического союза. Мы являемся вашим выходом в море, в Черное, в Средиземное. У нас 7 портов незагруженных, в отличие от единственного крупного порта на Кавказском побережье Новороссийска. Наши порты в распоряжении Армении и армянской продукции. Но опять же, для этого должна проявить интерес армянская власть, армянское правительство. Мы после выборов, которые у вас скоро пройдут, новое армянское правительство, наконец, проявит такой интерес в сотрудничестве с Крымом по транспортным вопросам, по вопросам торговли, экономики, студенческих обменов, образовательных программ, культуры и многим-многим другим направлениям, спорт и еще масса других направлений. Мы очень ждем, что это случится, и что правительство, которое возникнет после выборов, не будет бояться кого-то общаться с Крымом. Потому что у нас иногда складывается ощущение, что кто-то кого-то боится, чтобы просто общаться со своей братской территорией, которая настроена на такое общение. Мы, как говорится, настроены на любовь, но в одиночку этот процесс не происходит. Да. Пожалуйста, ваши вопросы, ребята. Прошу. Не стесняйтесь, я говорю, вот остались самые стойкие, самые стеснительные, испугавшись вопросов, ушли. Остались те, кто хочет говорить. Вот вы нам больше всех нужны. Ближе. Так вот, как вам объяснить, что происходящий процесс именно самоопределение, а не сообразительный, потому что в ходе разные процессы, и для того, чтобы принять верное решение, ставится в одну из сторон конфликта, нужно понимать, как этот процесс происходит с вами. Права человека нарушаются, вы сказали, что нация имеет право на самоопределение.
Если права не нарушаются, и данное государство полностью соблюдает и поддерживает все принципы, связанные с совместным существованием, а люди все равно хотят отделяться, ну, наверное, это... Я вообще к термину сепаратизма отношусь не очень хорошо, потому что он в международном праве какими-то четкими границами не очерчен. Но я так понимаю, что вот сепаратизмом является то, например, когда засылаются иностранные войска, иностранные наемники, боевики и расшигают национальную вражду в том или ином национальном образовании или на какой-то конкретной территории. Для того, чтобы отделить эту территорию, для того, чтобы расшатать страну и добиться того, чтобы сменилась власть или развалилось это государство. Вот это будет сепаратизм. То есть поощряемая, в том числе извне, деятельность, которая направлена на разрушение государства. Одни системы хотят подорвать позиции других. И эта борьба в мире идет бесконечно. Наша с вами задача – создать такие правовые условия, когда мы можем уберечь мир. Иначе все пойдет прахом. А мне жалко вас, вашей жизни. Потому что если это не будет отрегулировано, это обязательно будет приходить к конфликту. Поэтому наша задача, как поколение уходящего, а ваша, как приходящего, найти эти сложные решения и договориться, как мы будем существовать с другими цивилизационными семьями, народами, религиями и так далее. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Ничего, но похоже на студентов. Она будет это не признавать, отрицать, говорить совсем обратное, извиняюсь, извращать факты, историю, все, что хотите. Потому что ей это выгодно. Это, как они считают, укрепляют их позиции и ослабляют позиции оппонентов. Но поскольку я в политике и в дипломатии действительно давно, я могу сказать, что прекрасный принцип был сформулирован о неделимости безопасности. Невозможно действовать так, чтобы нанести ущерб безопасности твоих оппонентов, партнеров, как хотите их называйте, и создать на этом собственную безопасность. Так в нынешнем мире, и я все время эту мысль провожу, не получится, слишком мир уже развит и ушел технологически вперед, это все приведет только к большим войнам и трагедиям.
том числе и к мировой, не дай бог, войне, понимаете? Если будут руководствоваться принципами того, что мне хорошо, я это сделаю. Поэтому, когда иногда говорят, что ну как же, ну это им выгодно, они это делают. И мы как бы это принимаем. Я не считаю, что это приемлемо. Нужно делать то, что выгодно всем, что не нарушит балансы современного мира. Спасибо. Наше время уже подходит к концу. И от имени Ереванского филиала Московского государственного университета вот преподаватель Заруи Бабуханян, кандидат наук, хочет сказать слово. Союзное государство, которое будет решать
все это как вот одна семья, о которой вы говорите. И тогда не будет стран, которые, значит, вышли из семьи или же откололись от семьи. Семья страдает, и страны страдают, и все страдают. Будет общая семья, будет цивилизационная общность. Эта цивилизационная общность приведет к расцвету всех народов в этой цивилизационной общности. Еще раз я хочу вас поблагодарить. Слово и заключительное слово передается Георгию Павловичу. Дорогие друзья, я, во-первых, хотел действительно вот сказать, мы привезли аналитический доклад по легитимности крымского референдума. Кого эта тема интересует, он лежит здесь. Мы хотели бы также передать университету несколько книг важных. Вот Айк Борисович возглавляет Ассоциацию друзей Крыма и Армении. А у нас есть всемирная, международная такая ассоциация. Айк Борисович тоже один из руководителей. Там еще есть один руководитель Хендрик Вебер. Он клуб друзей Крыма и Норвегии возглавляет. Вот он выпустил эту книгу «Наш Крым». Мы тогда университету передадим. Это интересно, точка зрения западных людей на Крым, на события в Крыму, на Донбассе. Все передаем. Альбом о Крыме и наши знаки внимания к университету мы тоже хотели бы вручить. Может быть, вот так подойдете? Наши силы, я надеюсь, и ваши тоже. Спасибо. Спасибо.